глазки пошли просто на ура. Потом суставная гимнастика. Суставная гимнастика, я выросла на 4 сантиметра целых. Я Ирина. Я прошла недавно в октябре первую ступень. Была окривлена ужасно. Во-первых, очаровательная преподавательница у нас была очень. Это было такое... такой дар свыше, который она дала. И сама она, как цветок, красивый, своим примером все повела за собой. Вот. Какие результаты? Глазки. Глазки пошли просто на ура. Глаза, конечно, пошли. Дома я занималась, но как-то дома почему-то медленнее шло. А здесь, вот или то, что эмоциональный, вот этот, у нас все быстренько так руку, бегом, ты сам такой, сразу виден, вижу, да, с очку я так говоришь, да, и у меня тоже. Это правда тоже получается. Вот. Потом суставная гимнастика. Суставная гимнастика, я выросла на 4 сантиметра целых. Ну, это позвонки видно, быстро вытянулись. Я не выросла, конечно, а вытянулись позвонки. Что хочу сказать по второму курсу, вот что эту силовую гимнастику мы делали. У меня прошли боли в спине. Вот прямо тут вот везде по позвоночнику у меня были сильные боли. И у меня их нет. Вот. Ну и в качестве того, что мы на втором озарительном получили, вот это дух, вот, научились души друг другу открывать и так доверяться друг другу. И вообще здорово, это вау, когда ты, человек тебе доверяется, ты видишь его душу, он тебе все это рассказывает, ты это все понимаешь. А когда еще говоришь ему прекрасно, он тебе говорит прекрасно. Такой уровень хороший, человеческий. Такой. Это правильно, вот так надо жить. Открытыми душой, сердцем.